Фух, ну что, коней на переправе не меняют? D4? Или что я ходил? А, я конь F3 ходил. Неожиданный ход для меня самого. Очень странно, я поставил слона. Теперь А4, да, можно. Или лучше слон Б4 пойду. На молодью. Так, он решил идти. Ладно, правда, вернемся. А4. Так, пошевеливаться надо, побыстрее играть, просто побыстрее. Нет. Так, это я не вам, друзья. Мне тут вопросы задают, а я оперативно на них отвечаю. И не те люди, которые за окном тоже. Это и не им ответ. Просто время заканчивается. А что если здесь вот так хулигануть? Нет, 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 плохо. Так, здесь пока все плохо, друзья. Сюда. Так, ну, можно сыграть в 6. Хочет разменяться. Так, не забрала моя так. Пешку. Хочу ладья c1. И съесть пешку на d4. А он хочет съесть. А вот сейчас забрала. Так, важную пешку отдает. Так, куда играть? Попробуем разменяться ферзями. Сюда. Пешка. Ладно, давай. Так, теперь только время, только скорость. Только скорость. Только ветер, только чего-то там. Чё там в песне-то было? Про качели-то, про крылатые. Меня ж ничья устраивает. Я забыл, друзья. Меня устраивает ничья. Все. Включаем прагматизм. Соскакиваем на ничью. Сколько угодно. 6-4. Так, ну Майя борется до конца. Вы посмотрите на нее. Красотка. Красотка во всех смыслах. Ну что ж поделать. Здесь можно и на победу поиграть, попробовать. Наверное, будет ничья. Или нет? Как я так могла проиграть? Так, мышь! Сейчас вырубится мышь, падла, я ее убью нахрен. Извините.
Так, ну что, ничья. Предлагаю ничью, в общем. Да, Майя согласна на ничью. Фух. Ну и фиксируем результат. Победа. Ое, это был тяжелейший матч. Это был тяжелейший матч. Это был такой матч, друзья. Фу, ну, здесь, да, можно было играть на победу, но вы же понимаете, что если меня ничья устраивает, то можно доиграться. Я имею в виду вот этот момент, где я закрылся ладьей. Конечно же, здесь можно отойти королем. Я старалась. Так, но почему мне не дают? Вот, отойти королем и продолжать гнать пешку. И здесь, естественно, выигрыш. Но меня устраивает ничья, поэтому я позволил себе просто так закрыться. Если Майя отказалась бы, ушла бы куда-то ладьей, то я спокойно захожу сюда, провожу g5. То есть здесь уже спастись черным практически невозможно. Поэтому и очень надеюсь, что... Я думаю, что... Я думаю, что я сделал все правильно, и Майя тоже сделала все правильно, что согласилась в конце концов на ничью, отдала две пешки на здесь, но потом... То есть мы сыграли последнюю ничью. Потом случилась победа. Ну что ж. Вот у него на одно очко отрыв больше. 1-0 в нашу пользу. 1-0, и завтра мы играем в команднике в 14:00. Пожалуйста, все приходите, сыграйте за мою команду. Это очень важно. Я думаю, что у нас не так много шансов, но я в вас верю. Я верю во всех нас. И я надеюсь, что мы завтра тоже разнесем. Вот. Ну, не в смысле тоже, что сегодня я разнес. Нет, матч был максимально близким. По-моему, это самый близкий матч. Вот мы с Юрой, у нас был, по-моему, один из матчей или два матча. Я не помню, сколько мы сыграли с Юрой. Но были у нас матчи, когда там просто ноздря в ноздрю до последнего. Там даже, по-моему, то ли 6-6, то ли 6,5, 5,5 где-то было у нас. Я уже не помню. Вот, но в любом случае было тоже близко очень. Но и сегодня было очень близко с Майей. Мы говорим Майе спасибо за этот матч. Он был максимально боевым. Ну, я, находясь не в лучшей форме, хотя бы судя по рейтингу, смог гораздо более рейтинговой Майе оказать достойное сопротивление и даже победить. Были ошибки с обеих сторон, был мат, который я пропустил на ровном месте, помните эту партию с лишней пешкой? Ну там, конечно, да, вокруг моего короля по белым полям ветра гуляли, но мат пропускать в один ход не обязательно. Вот, но Майя тоже зевала, Майя тоже раздавала фигурки, точнее, пешки раздавала в основном, ну и фигурки иногда. Поэтому мы в этом плане оказались равны, ну и мне немножко больше повезло в минус.